Всем привет, меня зовут Марина, и вы на канале Цветочная Фея. Знакомьтесь, эта коровка у нас называется Груша. Вот такая вот она забавная, слегка с тараканами. Знаете, это ассоциируется у меня коровка, которая пришла на смену мышке и увидела, что творится в 2020 году, сказала: «О, куда я пришла? Заберите меня обратно!» Такая корова в шоке. Ну, очень забавная коровка. Я не удержалась и приобрела ее. Приобрела я ее в клубе маловаров. И сегодня мы с вами сделаем ее в белом цвете. Так у нас это год белой коровы или быка, но не важно. И сделаем ее в белом цвете. Такая форма. Рожки, глаза здесь залить неудобно, их проще потом накрасить акриловой краской. Рожки, в принципе, возможно, но тоже не очень удобно проливать пипеткой. Пипетка единственное здесь заливается вымя. А все остальное можно делать однотонным. И вот как я, потом копытки золотить, серебрить, кому как нравится. Итак, первое, что мы сделаем, это с вами сделаем розовое мыло. Итак, я сейчас растапливаю розовую основу, оставшуюся у меня от этих коровок. И мы с вами приступим. Всю белую основу я подготовила, она остыла, можно заливать. Делаем это медленно для меньшего образования пузырьков, и я делаю это еще под наклоном. Коровка не очень большая, поэтому понадобится, ну, примерно 80 грамм мыльной основы. Добравшись до уровня головы, нужно хорошенько простучать, чтобы в ушки врага мыльная основа зашла. Все, отправляем нашу форму в холодильник до 15 минут. Ну вот, наша коробка застыла, мы извлекаем ее из формы. И вот такая беленькая коровка у нас получилась. Сейчас она кажется безликой, но ей нужно хорошенько просохнуть. И потом я нанесу золотой перламутр и, соответственно, раскрашу глаза акриловой краской. Сейчас я отправлю ее просто подсыхать. И вот такие вот красивущие коровки, очень тематические, слегка сумасшедшие, у нас с вами получились. Надеюсь, вам было полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и всем пока-пока.